что мне там можно построить, да, то есть в Сосновом Бору мне можно бани, пожарное депо, подстанцию скорой помощи, склады хранения пищевых продуктов, класс вредности Лен, видите, да? Точно так же есть АЗС и АГЗС, мойки автомобилей на целых 2 поста в лесу. Молодая мама Ольга Спицына 10 лет назад купила участок в Орле. Ольга увидела на этом месте свой будущий дом. Красивое место на берегу Камы, сосны, чистый воздух и хорошие соседи. Именно здесь она мечтала построить свой дом. Для того, чтобы ей возвести постройку, нужно было поменять назначение земли с коммерческой на землю под индивидуальное строительство. Было такое, что это санитарная зона и природоохранная прокуратура проводили проверку, показали, что там нет никаких санитарных зон. То есть то, что было за 10 лет, рассказывать можно многое, но на сейчас ничего не препятствует, никакие ошибки, я надеюсь, для принятия индивидуального жилого строительства на моем земельном участке. В 2018 году близлежащие поселения объединились в один городской округ. Ольга написала заявление уже в Березняковскую администрацию, и наконец-то у нее появилась надежда, что вскоре она построит дом. Ей сказали ждать публичных слушаний, и вот время пришло. Уже 2 недели, как проходят слушания по населенным пунктам. И Ольга, как собственник, также подала заявку, чтобы перевести землю под индивидуальное строительство. В частности, какой-либо проблемы, которая относится к своему земельному участку, то как раз инициатором возможен только тот собственник, кому принадлежит данный земельный участок. Публичные слушания организованы для того, чтобы навести порядок в градообразующей документации, и проходят они по всем населенным пунктам муниципального округа. Инициатором рассмотрения своего вопроса на публичных слушаниях может быть только собственник земли. Это физические лица, коммерческие предприятия или муниципалитет. Все зависит от того, кому принадлежит участок. В частности, будут обсуждать и вопрос Ольги на собрании в Орле. Жители выскажутся о том, согласны ли они, чтобы в Орле появился еще один частный дом. Ход слушаний занесут в протокол, а после окончательное решение будет принимать городская дума. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья.